Всем привет! Меня зовут Руслан Захаркин, это канал Захаркин Крипта. В первую очередь хотелось бы обратиться ко всем зрителям, ну и конечно же в частности к Максиму Штуфику. Это эксперт в области криптовалюты Призма. Макс, прошу прощения, что так долго не отвечал на твои сообщения ВКонтакте. Было очень много работы. Плюс я читал книгу основателя Призма Алексея Муратова и движение Change the World Together. В общем, мне очень понравилось. Я решил окунуться в это дело. Давай мы с тобой начнем после Дня города Москвы, где-то числа с 10-11 сентября 2018 года. Как ты думаешь, чем вызван обвал цен на призм? Потому что если смотреть на биржу Bitcoin Alpha, что-то сильно курс упал. Ты не находишь? Вот посмотри на графике, вот я сейчас поведу мышечкой, и ты все поймешь. Я прекрасно понимаю, что ты сам следишь за курсом, но что-то сильно упало. Как ты считаешь, это из-за того, что своровали 1 миллион монет, или какие-то внешние раздражители были? Кстати, я прикреплю одну ссылочку в описании, ты обязательно пройди, посмотри на блогера Ясинскую, она оголяет одну часть тела специально для тебя, ты знал об этом? Очень забавно, посмотри. У меня к тебе будет ряд вопросов, но разумеется, мне хотелось бы узнать поподробнее о твоей команде. Я хочу знать, какие конкретные шаги нужно предпринять, чтобы стартануть в твоей команде, какая сумма инвестиций должна быть самой минимальной и, конечно же, на чем мы будем играть. Непосредственно на парамайнинге или будем приторговывать на бирже. Купил подешевле, продал подороже, как я, собственно, первый раз и попробовал, и заработал примерно 83 бакса. Как вы считаете, призм хорошая криптовалюта или у вас есть какие-то к ней вопросы? Ну так задавайте, пишите в комментариях, давайте разбирать. Если честно, очень мало каналов, которые вещают непосредственно о призм. Это твой канал, Макс, это канал Алексея Муратова, CWT, ну и, конечно же, мой Захаркин Крипта. Но я готов стать рупором призма, в принципе. Если вам понравилось это маленькое видео, ставьте лайк, делайте репосты, подписывайтесь на мой канал на ютубе Захаркин Крипта, а также Захаркин Лайф. Ну и, конечно же, подписывайтесь на Максима Штуфика и на Алексея Муратова. Я уверен, что вы почерпнете для себя что-то новое, научитесь зарабатывать на криптовалюте и познакомитесь с идеологией призм. Возможно, она вас притянет. Потому что тот результат, там, 18-20%, вы легко в нашей команде достигнете за неделю, за две, там, за месяц, за два. Некуда торопиться, полно времени. Всем, кто из столицы России, замечательного дня города. Всей России и всему миру добра и процветания. Пока. Я хочу захватить мир и служить миллионам людей. Это было начало моего пути, и я вернулся снова.